Камчатский многофункциональный центр признан лучшим в России. Во всероссийском конкурсе участвовали 148 центров из 71 субъекта. Оценивали оперативность, умение работать с клиентами и общий уровень сервиса в 2019 году. В результате лучшим МФЦ признан центр, который работает в Петропавловске по адресу Савченко, 23. Сотрудники отмечают, что таких результатов удалось добиться благодаря сплоченности коллектива. При проведении отбора учитываются разные критерии. Их вообще всего 8 этих критериев. Среди них самыми главными являются эффективность работы МФЦ, количество обращений граждан, которые поступают в многофункциональные центры, те оценки, которые дают нам жители города, наши заявители по итогам получения услуги, способность многофункционального центра взаимодействовать в электронном виде, возможность предоставлять услуги экстерриториально, то есть в других регионах нашей страны и так далее.